В гости к ивановским летчикам повадились лисы. Лесные звери в поисках пропитания все чаще приходят на северный аэродром. Сперва лисы забегали тайком, ночью. Теперь же совсем осмелели. Вот видеозапись, снятая работниками аэродрома. Голодный лисенок, заявившийся к ним в гости средь бела дня, кормится прямо с рук. Однако ветеринары такую дружбу с лесными жителями не одобряют. Для лис контакт с человеком – поведение несвойственное, а значит, животные могут быть заражены. Приближаться к ним небезопасно. Исходя из эпизоотической ситуации по бешенству в нашей области, могу сказать следующее. Неадекватное поведение лис может повлечь за собой заражение людей бешенством. Поэтому надо быть очень аккуратным при таком подходе. Если в близости есть охотник или кто-то, значит, их поймает, лучше их поймать и сообщить в ветеринарном учреждении, наши, которые поблизости,